пятницу, 7 сентября, футбольный клуб «Текстильщик» провел очередной матч первенства России по футболу. В подмосковном Орехово-Зуеве наша команда встречалась с одним из аутсайдеров турнира – местным знаменем труда. Как и ожидалось, «Текстильщик» в буквальном смысле разгромил хозяев поля. Итоговый счет встречи 5-1 в пользу ивановцев. В результате победы наша команда поднялась на одну строчку вверх в турнирной таблице и занимает 4-е место.